Баба Вера опять с вами. Ездила в гости в Днепропетровскую область, Покров город, на эти майские праздники. Ну, надо родичев проведать. Вот мы раньше там часто ездили, там были хорошие дороги еще в те времена. А сейчас, вы знаете, толком проехать невозможно. О, ползешь и все, потому что ямы сплошные. Дорог асфальт местами где-то видно, а большинство не видно. О, а где даже грунтовая и асфальта не видно. Областные вроде, районные дороги, ну не сельские ж. Вот так, давай, вот так, все, все. По таким дорогам. Машина вот так ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ребенок не выдерживал. Хнычет, плачет, его трясет. У меня чуть челюсть не выпала. Дорогами, что я китаю. Это можно и, не, и это обойти, а вот уже... Куда? Куда? Куда обойти? Где дорога? После праздников уже можно и вернуться к этой теме. Ты не ладно у тебя. У тебя с головой что-то не в порядке. Ну вот, и выезжаем мы с Томаковки. О, только-только. Там знак стоп. Ну, представьте, такие дороги. Смотришь на ту дорогу, чтобы где-то не влезть, не сесть. О, а тут поднимает знак стоп. Чуть-чуть проехал, стал позже. О, смотрим, а ребята тут как тут. Наши вы дорогие. Ремонтом ямок некому заниматься. Это в их обязанности не входит. А стоять... Мальчики, вы меня из дневника повели. Боже, смотрим, а перед ними же кусок асфальта. По всей трассе нашли кусочек и стали там. Эх, ребята, как же тут без мата, если $200 у тебя зарплата, а по ящику трещат, что все на-на-на. Эх, ребята, как же тут без мата. Им бы лопаты в руки, и пускай пашут. Так нет, жезлом зарабатывают. Я думала, не только название поменяли. Ну, у нас сейчас модно, все меняем название. Вроде от этого что-то изменится. Ну, а тут была милиция, стала полиция. Ну, думаю, может, что-то и в уставах им поменяли. Знаю, что должны стоять с маячками. Эти друзья стоят без маячков. Им, наверное, просто в Томаковским ребятам, наверное, не доложили, что надо включать маячки. Моя милиция меня бережет. Сначала садит, потом стережет. И на допросах дубьем больно бьет. Сначала гасит, потом свет дает. Видите, оказывается, знак поставили там, где надо. Кусочек асфальта для них, наверное, новый уложили. Потому что даже ямок толком нет. Ну, наверное, 200 метров. Там кусочек такой. По всей трассе. И ребята тут как тут работают. Как ваши отношения до дорог?
местного значения. Дороги погані. Ви доїхали сюди, ви взагалі бачили дороги? Бачили. Я в шокі. А я лично не бачила взагалі дорог. Дороги дуже погані. І ви знайшли оце кусочок дороги, оце тут дійсно немає ямок. А ви станьте отам, де нема дорог. Чого ви там не стали? Короче, забрал права, начал выписывать штраф, вроде все нормально, все так и надо, но нас возмутило. А почему впереди ехала машина? Она не остановилась. Чего ж вы ее не, штраф не выписали? А почему? Или знакомый, или родственник, или почему? Нам надо, а там нет. У нас маленький ребенок, он кричит, он мучается, жара такая. Да, нет, будем выписывать. Ну, порядок есть порядок, выписывай. Саша, где ты? Да. Саша, ЗП, где ты, когда ты так сильно нужен? А. Так, сейчас номер. Ну, отойди. У тебя номер уже. 12-36. Счастливого пути. Стоп, стоять. Несчастливого пути. Удостоверение ваше, причина остановки, суть сквозного правопорушения, постановление и поехали. Полиция, я так понимаю, они должны ловить преступников. Или в нашей стране уже нет преступлений. Ребятам хочется побольше, выехали на заработки. Они борются с преступностью опасною, и не дрогнет стальная рука. Не дрожит, когда надо брать взяточку или под крышу. А тут еще один нарушитель. Эх, один подскочил до машины, все, хоп, и сел в машину, в чужую. По идее, он садиться туда не должен, или я что-то не понимаю. О, читать-то я умею, законы читаю. Какого черта ты полез в чужую машину? Что там ты, книжку почитать решил? Так, милиционер сел в машину. Руки мои сумасшедшие. Получил денежку. И цветы безвозвратно. И держит ее в руке вместе с жезлом. И цветы. Я вижу, вот он. Да? Да. Понес. Зажал в руке. Да нет. Вылез, жезла несет. А там бумажка выглядывает. Я что, слепая? Я еще и в очках. Извините. Наверное, записка любовная. Я так думаю. Ну, подозрение на деньги, но ведь не доказано же. Наверное, все-таки любовная записка. Я вижу, вот он. Да. Понес, зажал в руке. Вместе с жезлом виднелась денежка. А теперь понаблюдаем, что же он с ним сделал, с этой запиской. Смотрю, а он бегом, вы видели, так раз и в карман ее. Хранит? Все-таки, наверное, с казначейства записка. Я так решила. Ну, за руку не поймала. А можно было вылезти и пойти проверить. ГАИ уже нет. По идее. Хотя есть они все. На серебряных санках. А теперь медленно наблюдаем за его рукой. Что же он будет с ними делать, с этими запиской, с этой запиской из казначейства? Видите? Вот, медленно. И куда же он ее положит? А в карман. Ну, а этот друг все пишет протокол, сам не может. Или их не учили. Он себе списывает и так, наверное, еще и плохо читает. Ну, очень долго. А у меня нервы начинают сдавать. И сколько он будет списывать, непонятно. Думаю, да я поговорю с тем, что сидит в машине. Все-таки так веселее будет. Шаня, ЗП, отдыхай. Два часа заполняем протокол. Ну, ей-богу. Не знаю, с маленьким ребенком два часа стоим, ждем. Это вы на камеру специально как можете? Долго все пишет и пишет, ребенок кричит, у меня нервы сдают. А тут смотрю, бригада на помощь идет. Баба Вера, сними баранов. Приоткрыть окошко. Баба Вера, сними баранов. Собака? Сзади сними.
тюрьма. Прошла мимо. Видите, наверное, делиться не хотят. Пошли дальше. А мы все ждем, мы протокол пишем. Как не захотел платить, составляет на него. Ой, это шумишо. Да ему без разницы, просто времени заберут. Ждем дальше. Да когда ж ты его уже допишешь? Да смотрю, они все с мобилок протоколы пишут. Да хоть бы выучили эти три строчки. Что там того протокола? Так еще забирали протокол, они еще и отдавать копию не хотят. Тихий ужас. Перепрофилирует на свой канал, будет ментов. В засаде сидит, снимает. Бабовера, ночной дозор. Я обещала ребятам, что будут в Ютубе. Так что я выставила, как я покаталась, как я с друзьями поговорила. Те пробежали мимо, а с этими я разговаривала. Хорошо. И я вас. Смотрите сегодня звезды Ютуба. Я вам гарантирую. Там звезды? Так и назову свой ролик «Звезды Ютуба». Обещала, ребята, звездами Ютуба сделать, так что сделала. Вам большой привет, респект, смотрите себя, и пускай другие вам завидуют. Пока-пока, до новой встречи.